Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания автомобиля, он посылает сигнал на аккумуляторную батарею, чтобы та подала электрический ток на стартер. После этого стартер запускает двигатель, а топливная система впрыскивает газ в камеру сгорания. В то же время свечи зажигания создают искру, которая воспламеняет газ, что приводит к контролируемому взрыву. В результате этого двигатель начинает работать и автомобиль заводится.